Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Remember then, there is only one time, now. And it is important because it is the only time we have dominion over ourselves. And the most important man is he with whom you are. For no one can know whether or not he will ever have dealings with any other man. And the most important pursuit is to do good to him, since it is for that purpose alone that man was sent into this life. Please watch on to find out more. Today's program will be presented in Russian with subtitles in Arabic, Aulaxis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Punjabi, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Теплейший привет, мирные зрители! Меня зовут София. Народ России ценит ваши благородные и сострадательные поступки. Да благословит вас Бог! Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя. Это остроумное высказывание Льва Толстого – хорошее напоминание для всех нас созерцать внутри себя. И также знаменитый русский автор XIX века предложил нам спросить себя, что действительно Бог хочет от нас. Как сказал Лев Толстой, «Во имя Бога остановись, прекрати свою работу, посмотри вокруг». Граф Лев Николаевич Толстой был мастером реализма. Он написал знаменитые романы «Война и мир», «Анна Каренина», «Смерть Ивана Ильича» и многое другое. Он заслужил широкое признание за свое исключительное понимание человеческой природы. Роман Толстого – это не произведение искусства, а часть жизни, заявил Мэттью Арнольд, британский поэт и критик XIX века. Тем не менее, стремясь к большему, чем успех, слава и богатство, Лев Толстой со временем утвердился как моральный философ и духовный лидер в течение последних 30 лет своей жизни. Помимо принятия и продвижения вегетарианской диеты, он стал страстным христианским пацифистом благодаря своей интерпретации этических учений Христа. Его работы и идеи о миролюбии и исполнении воли Бога до сих пор значимы для лидеров 20 века, такие как Махатма Ганди и доктор Мартин Лютер Кинг. Теперь мы продолжим просветляющий рассказ Льва Толстого под названием «Три вопроса». Это рассказ о короле, который хотел найти ответы на вопросы. Когда подходящее время, то подходящие люди и что наиболее важно сделать? Прошел час-другой, солнце стало заходить за деревья, и царь воткнул лопату в землю и сказал, «Я пришел к тебе, мудрый человек, за ответами на мои вопросы. Если ты не можешь ответить, то так и скажи мне, я уйду домой».
«А вот кто-то бежит сюда», — сказал отшельник. «Посмотрим, кто это». Царь оглянулся и увидал, что из леса точно бежал бородатый человек. Человек этот держался за живот руками, из-под рук его текла кровь. Подбежав к царю, бородатый человек упал на землю и, закатив глаза, не двигался, а только слабо стонал. Царь вместе с отшельником раскрыл одежду человека. Животы его была большая рана. Царь, как умел, обмыл ее и своим платком и полотенцем отшельника привязал. Но кровь не унималась, и царь несколько раз снимал промокшую теплую кровью повязку и вновь обмывал и перевязывал рану. Когда кровь унялась, раненый очнулся и попросил напиться. Царь принес свежей воды и напоил раненого. Солнце между тем совсем зашло и стало свежо. Царь с помощью отшельника принес раненого человека в келью и положил на кровать. Лежа на кровати, раненый закрыл глаза и затих. Царь же так устал от ходьбы и работы, что, прикорнув на пороге, тоже заснул и таким крепким сном, что проспал так всю летнюю короткую ночь. И когда утром проснулся, долго не мог понять, где он и кто тот странный бородатый человек, который лежит на постели и пристально смотрит на него блестящими глазами. «Прости меня», — сказал бородатый человек слабым голосом, когда увидал, что царь проснулся и смотрит на него. «Я не знаю тебя, и мне ни в чем прошать тебя», — сказал царь. «Ты не знаешь меня, но я знаю тебя. Я тот враг твой, который поклялся отомстить тебе за то, что ты казнил моего брата и отнял у меня мое имущество. Я знал, что ты пошел один к отшельнику и решил убить тебя, когда ты будешь возвращаться. Но прошел целый день, и тебе все не бело. Тогда я вышел из засады, чтобы узнать, где ты, и наткнулся на твоих оруженосцев. Они узнали меня, бросились на меня и ранили. Я убежал от них, но, стекая кровью, я помер бы, если бы ты не перевязал мою рану. Я хотел убить тебя, а ты спас меня жизнь. Теперь, если я останусь жив, и ты захочешь этого, буду как самый верный раб служить тебе и тоже прикажу сыновьям моим. Прости меня». Царь был очень рад тому, что ему так легко удалось примириться со своим врагом, и не только простил его, но обещал возвратить ему его имущество и, кроме того, прислать за ним своих слуг и своего врача. Простившись с раненым, царь вышел на крыльцо, отыскивая глазами отшельника. Прежде чем уйти от него, он в последний раз хотел попросить его ответить за заданные ему вопросы. Отшельник бил на дворе и, ползая на коленях, подле вечера вскопанных гряд сажал в них огородные семена. Царь подошел к нему и сказал: «В последний раз, мудрый человек, прошу тебя ответить мне на вопросы». «Да ведь тебе уже отвечено», — сказал отшельник, присев на свои худые икры и снизу и вверх глядя на стоявшего перед ним царя. «Как отвечено», — сказал царь.
«А как же», — сказал отшельник, — «если бы ты вчера не пожалел мою слабость, не вскопал за меня эти гряды, а пошел бы один назад, тот молодец напал бы на тебя, и ты бы раскаялся, что не остался со мной». Стало быть, самое настоящее время было то, когда ты копал гряды, и я был самый важный человек, и самое важное дело было мне добро сделать. А потом, когда тот прибежал, самое настоящее время было, когда ты за ним ходил, потому что, если бы ты не перевязал свою рану, он бы помер, не помирившись с тобой. Стало быть, и самый важный человек был он, а то, что ты ему сделал, и было самое важное дело. Так и помни, что самое важное время одно сейчас, а самое важное оно потому, что в нем одном мы властны над собой, а самый нужный человек тот, с кем сейчас сошелся, потому что никто не может знать, будет ли он еще иметь дело с каким-либо другим человеком. А самое важное дело ему добро сделать, потому что только для этого послан человек в жизнь. Очаровательные зрители, мы благодарим вас за ваше любезное присутствие в сегодняшних словах мудрости. Далее следует фестиваль Гуру Пурнима 2019, час 22, сразу после важных новостей. Оставайтесь с Супремастер Телевижн. Пусть вас всегда окружает необъятный любящий свет Бога. Charming viewers, we thank you for your kind presence on today's Words of Wisdom. Coming up next is Guru Purnima Festival 2019, Part 2 of 2, right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television. May you be embraced by God's immense loving light always. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule e suprememastertv.com/WOW. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कई भाषाओं में. कृपया देखें suprememastertv.com/schedule or suprememastertv.com/WOW. 我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule 和 suprememastertv.com/WOW. Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan-schedule dan suprememastertv.com/kehadapan-WOW. Marami juga mutawafira bil-adid min al-lughat. Yurja ziyaret suprememastertv.com/schedule wa suprememastertv.com/WOW. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com /schedule и suprememastertv.com/WOW. Наши предавания предлагают много языков. Моля вижте suprememastertv.com/schedule и suprememastertv.com/WOW.